Привет! Вас приветствует канал «Делаем сами своими руками». И сегодня мы будем собирать кактус из оригами модулей. Для этого нам понадобятся модули, размер модуля, 32 часть от листика А4. Значит, количество их зеленых 275 штучек, голубеньких 120, синих 36, желтых 20 штук и розовых 80 штук. Ну что, начнем? Еще нам нужен будет клей. Итак, делаем первые три ряда. Берем голубые модули коротким носиком к себе. Сразу проклеиваем. Второй ряд будет у нас длинным носиком. Надеваем модуль. Это будет у нас горшочек от нашего кактуса. В первых трех рядах по 18 модулей. Ну, вообще в горшочке оно все будет по 18 модулей. Так, смыкаем поделку в круг. И выворачиваем поделку. Следующий четвертый ряд будет тоже 18 модулей, но сюда мы уже добавляем синие модули. Значит, у нас будет 2 голубеньких модуля. И один синий. Ой. И так до конца этого ряда. Пятый ряд. 2 синих, 1 голубая. 2 синих модуля и 1 голубой. Там, где у нас один синий модуль, мы надеваем туда 2 синих теперь модуля. В шестом ряду тоже будет 18 модулей. Мы между двумя синими модулями надеваем один голубой. Дальше 2 синих.
Итак, седьмой ряд. Там, где у нас два синих модуля, мы надеваем один синий и рядышком два голубеньких. И так до конца. Дальше восьмой ряд будет таким. Значит, один модуль мы надеваем, как обычно, нормально, надеваем на два краешка. Так, следующие четыре модуля мы надеваем, оставляя один кармашек свободным. Вот таким вот образом. Это у нас будет 4 таких модуля. Ой, стоп. Это во-первых. Во-вторых, их нужно надевать коротким носиком наружу нашей поделки. Ой, уже приклеилась. Коротким носиком наружу, то есть наизнанку, вот так вот. Кармашек свободный должен быть один. Один надеваем нормально на два краешка, а четыре модуля надеваем кармашек один свободный. Три. Четыре. Теперь опять нормально надеваем на два краешка. И 4 опять кармашки, один кармашек свободный, 4 модуля. Все модули голубенькие. Ну что, горшочек для кактуса у нас готов. Дальше будем делать сам кактус. Итак, делаем кактус. В кактусе в первом и втором рядах будет по 8 модулей. Длинным носиком на себя. Так, это два ряда по 8 модулей. Дальше мы делаем вот что. Между каждым модулем вставляем вот так вот, таким вот образом, по модулю и, естественно, скрепляем их сверху другим модулем. Немного поделку выворачиваем. Так, у нас получается здесь теперь уже 16 модулей. Нам нужно сделать 10 рядов помимо этих трех. Раз, два, три. Еще 7 рядов нам нужно сделать по 16 модулей. Вот такая получается первая часть кактуса. Сейчас будем делать вторую часть. Значит, также берем модули, только уже у нас в ряду по 6 модулей. В двух первых рядах 6 модулей. Дальше мы также, как и в первой части кактуса, вставляем между модулей еще по модулю и скрепляем их. Так, выворачиваем поделку немножко. И нужно сделать еще 3 ряда. Дальше мы также надеваем модули, но пропускаем, каждый раз пропускаем по модулю. Сейчас покажу. В общем, с двух сторон надеваем модуль, а здесь пропускаем. И здесь должны они встретиться, как бы. Наш круг должен сомкнуться здесь. Один модуль
не надеваем. Следующий ряд мы тоже пропускаем по краешку, по одному теперь краешку пропускаем с двух сторон. Краешек пропускаем, надеваем модуль. И с этой стороны краешек пропускаем. Теперь опять пропускаем так же самое один краешек. С двух сторон. И так пропускаем краешки до тех пор, пока не закончатся модули. Ряды пока не закончатся, пока мы не дойдем до одного модуля. Вот первая часть кактуса готова, то есть вторая. Нужно нам эти две части склеить. Вот таким вот образом склеить нужно. Вторую часть к первой. Дальше делаем цветочки. Две такие нужно звездочки сделать. Такие две звездочки. Дальше нам нужны будут розовые модули. Надеваем только одним кармашком 4 модуля. Дальше таких же 4 модуля нужно надеть нам симметрично, то есть да, в зеркальном отражении, на другой краешек модуля 3 и 4. И одним модулем все это скрепить. Вот так вот. Таких нам нужно сделать 10 штук.
Дальше из наших заготовок мы собираем цветочек. Берем желтую серединку, переворачиваем, чтобы вот эти изнаночные стороны модуля смотрели на нас. Мажем клеем два края от разных модулей. И вот эти лепесточки тоже переворачиваем изнаночной стороной модуля и надеваем кармашки. И так далее. Получаются вот такие вот цветочки. Их нужно нам два. Теперь эти цветы нужно приклеить на наш кактус, тоже этой же обратной стороной изнаночной модуля, наружу. Вот таким вот образом. Вот такой великолепный цветочек у меня получился. Все приклеилось у меня. Вот такой вот кактус. Ну что? Пишите комментарии, пишите в комментариях, может, какие-то поделки можно еще сделать из оригами модулей, ваши предложения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!